Подвели итоги года и в Лебедевской школе искусств. Ученики с преподавателями подготовили отчетный концерт, который стал праздником для многих жителей села. Лебедевской детской школе искусств в прошлом году исполнилось 25 лет. Тогда не удалось устроить большой праздник. На весь сезон дети с преподавателями занимались и участвовали в конкурсах. Сначала онлайн, затем очно. Получили за год 118 дипломов различного уровня. Алина Фадеева – гордость школы и отделение эстрадного вокала. Она вошла в восьмерку сильнейших вокалисток России на чемпионате в Москве. Традиционно сильное хореографическое отделение школы. 37 танцоров – это почти половина всех учащихся. Я хочу сказать, за вот эти годы коллектив хороший вклад в развитие школы внес. Огромное хочу спасибо сказать родителям. Конечно, их заслуга они поддерживают. Они в поездках родителей, ребятишек сопровождают, шьют костюмы. То есть вкладываются материально. Занимали хорошие места, призовые, лауреатами были, и дипломантами были. Мне даже самой нравилось путешествовать с ними. Три выпускника сегодня получат диплом об окончании школы. Среди них Валерия Громова, победительница многих конкурсов, была удостоена стипендии губернатора области. Почему танцы? Я потому что с детства любила заниматься и всегда любила музыку. Школа мне дала много новых впечатлений, опыта. Особенно Ольга Анатольевна, мой руководитель. Свое мастерство сегодня показывают также ученики отделения музыкального и инструментального искусства. Все дети горды своих родителей и преподавателей. Последние годы школа переживает расцвет. Это связывают и с переездом в новое здание. Когда есть хорошие условия, материальное оснащение, опытные педагоги, тогда есть результат и уверенность в будущих победах.